Всем привет! Всем привет! Мне смешно, я не могу. С вами Ниагара. И... С вами Раф. И монстр. Хаос, которого зовут. Доктор Хаос. Да, мы пытаемся его завалить все-таки. Ну да, это... Если не финальная, то такая уже предпоследняя часть. Возможно. Так, да, не забывай про лут. Здесь должны быть аптечки. Либо финальная уже. И... Как не печально, но нам тут надо поискать выжить. Аптечки. Да, поискать аптечки, которых совершенно нет. И, поискать патрончики, которых у меня одна таблетка осталась. Просто да, жесть. Блин. Так, ладно, сейчас я выброшу гранату. Держи. Не, она как раз не пригодится. В принципе, я сейчас могу потратить все свои патроны. Так. Ты гранатометом стреляешь? Ну я тоже на него, кстати, гранатомет начала тратить, потому что мы его экономили как могли. Мы выживали как могли, экономили как могли, именно на последнего босса. Ну ему заплохело уже, подожди, все, нормально. Я просто уже этот, вошел в лапус. Вошел в раш. Держите меня, семеро. Где ты, Пирс? Я плыву. Это же мой преемник. Ты должен выжить. Мне, возможно, Джейк пустил голову. Так закончится моя карьера. Так закончится Resident Evil 5. Да не, не хотелось бы. Блин, там... Лут оставался, ладно. Да, я, кстати, тоже заметил. Не дали нам такой возможности. Так, подожди. Патрончики тут сразу мне положили. И надо, наверное, оружие поменять. Потому что гранатомет, опять же, пригодится. Не стоит сейчас с ним бродить. Тратить его. Да, возьми дробовик. Или автомат. Они так ругаются. Ну, а чё спецназовцы, конечно. Солдафоны. Я вот так боком. Как креветка. Побежали! Так. Отлично. Нет, локация вообще просто замечательная. Я ничего не могу сказать. Разработчики тут постарались. Фантазия хорошо сработала. Подводная такая, знаешь. Я играла, когда в парк юрского периода там было тоже такое подводное приключение. Как так-то? Да нажимай. Давай, так. Лезь наверх, я держу. Я и там, короче, договорю, там тоже была такая подводная локация с чудовищем, с таким морским. Тоже меня очень-очень порадовало и понравилось. Да всегда, пожалуйста. Куда же я тебя брошу? Спасибо тебе большое. Преемника моего. Да, благодарен. Реально как на ладони. Какая-то фиговина под водой маленькая. Да какая... Черт подери, это камера! Разработчики, I hate you! Фигня такая... Мы смотрю, смотались походу. Да неужели? Вакханалия это закончилось, но не до конца. Крис как пингвин прискатился. Через эту дверь. На пенсию. Здесь, кстати, очень такая трагическая сценка. Ржать как бы неуместно, но очень Пирса жалко. Хана руки. Да. Конец его карьере, да. Походу они оба на пенсию уходят. Да. Не, ну мне Джейк в голову пустит, я уже знаю. Какой там на пенсию. Кали себе вот эту штуку. Сейчас шурнусь.
Меня тут тискает пока вот эта штука. Давай, вирус. Моя прелесть. Ну смотри, все-таки он пошел на такой риск. Это же самопожертвование. Он знал, чем это кончится. Решил спасти своего мутантом. Капитана, да? Ага. Люди Икс отдыхают вообще. Теперь я электрорукий. Да. К тому же, заметь, у тебя сохранился интеллект. Не просто какой-то там мутант. Да, действительно. А, сохранилась и память, и вообще восприятие. Блин, удивительно, правда. Нужно сейчас все ящики пока собрать. Да, мне бы пригодились. Патроны? То есть я тут хилки. Пока включу эту дверку, которая нам очень уже пригодится. Ну и будем что-то как-то решать, обсуждать. Зачем? Что-то как-то решили. Хаосом. Так, ладно. Будем держаться пока от него подальше. Тут уходим. Тут, конечно, надо маневрировать, босс. Не из простых. Плюется еще. Ну и... Потом... Так, старайся держаться подальше. Да, шарашит так, чтобы мама не горит. Так, ну я расстреляю сейчас из пистолета, все, что есть такое слабенькое. Пока он там наверху. Чтобы его подранить как можно больше. Нам, когда он спрыгнет вниз, меньше было с ним возни. Так. Да как так? Ты что такое он мне гнул-то? Прикадель. Ядовитые фрикадельки. Ох, помогло. А, кстати, если их подбивать, то с них лут падает. О, вот откуда лут брать. Блин, нет. Почему они не сделали, чтобы ты, например, подкинул меня туда, добивать его? Почему вот нужно ждать его только внизу? Вот, все, пошло дело. Где? Где мой гранатомет? Есть. Все, есть. Первый удар есть. Так, а у нас там дверка-то нажата, надо сходить проверить. Да, все нормально. Все окей. 19 патронов гранатомета, это хорошо. Так, у меня жизнь восстанавливается потихоньку. Он там, нормально. Смотри, что сделал. Закоконялся. Гад. Подожди, у тебя красный уже. Тихо, изи, изи. Ничего, сейчас нормально. Спокойно. Стреляй, фрикадельки. Подожди. Экономлю гранатомет. Не могу на фрикадельки гранатомет тратить. Там обычный автомат. Ну давай, слезай вниз. Он меня, знаешь, чем бесит? Почему он вниз не слезает? Ну, сейчас лезет. Его провоцировать надо. Ну, мы как бы провоцируем же, правда? Ай-яй-яй-яй, как плохо-то все было. Так. Хотя так он не особо опасен. О, наконец-то. Я имею в виду, когда он внизу. Ну, в принципе, легко его добиваем. А вот когда он вверху, все плохо. Стреляй в него. Сейчас. Перезаряжает, видишь, не вовремя. Второй есть. Фу. Так. Последний разок нам продержаться. Выжить сейчас. Самая главная задача. Дайте мне хилку. О, я ящики нашла. Сейчас, что там будет? Снижение давления завершено. Подожди, мы можем, наверное, уже дверь открыть. Может быть, не надо третий раз его долбить. Давай. Надо попробовать двери подойти. Угу, давай. Сейчас иду. Ну, давай. Нет!
Тик там. У тебя нет? Не работает? Да. У меня нет активных кнопок тоже. Валите, короче. Да блин. Ну там сейчас капутится, подожди. Да я жду. Это нам совсем даже не нужно. Господи, вот. Все, вот он упал. Эх, блин. Да, действительно, блин. Тяжело. Да как так-то? Опять снижение почти завершено. Ну было же уже это. Или я что-то путаю? Была же уже такая тема. Стреляю ему в спину. Стреляю. Да Крис, не беси меня. Может к нему подойти надо, нет? Подожди. Не, нормально. Сейчас, сейчас, сейчас. Да умри же. Он в текстурку ушел. Ох, а у меня сейчас хп-то вообще одна только эта шкала. Ну это несправедливо, мы же вот так шарашили нормально. Что произошло-то? Почему не это? Что это такое? Не знаю. Отойди, бога ради. Опять почти завершено. Короче, она нам не даст его, пока мы не завалим, наверное, уйти сюда. С ним что-то делать надо. Ну, мочить его каким-то образом. Давай, давай, давай. Давай ему встать. А, блин. Это несправедливо. А, вот. Вот, вот, вот. О, ну конечно. Он меня так приложил нормально. Расправьтесь с гигантским БОО. БОО, да. Я иду, иду. Я очень постараюсь расправиться. Давай, давай. БОО ждет тебя. Давай. Есть. Отлично. Там лежит. Самое интересное, что это все еще не финал. Как же они его завалили там? Ну-ка, оставь после себя утку. Хотя бы очки умения. Пирс, во что ты превратился? Come on, just stay with me. You're gonna be okay. I'm sorry, Captain. I did it for the BSAA. For the future. I know. You did a real good thing. As long as you... I don't want to hear it! We're both getting out of here. Right? Let's go. Да уж. Смотри, здесь трава есть. У тебя не трава случайно? Да у меня ничего нет. Ну вот здесь лутик валялся. Травка. А, ну да, вот вижу. Но я не могу открыть инвентарь. Ну, да, видимо, зараженный мне судьба открывать инвентарь. Но у меня со здоровьем все очень печально. В общем, вот наш путь на свободу. Бежим. Да, побежали. Опять эта фигня с камерой. Да почему? А, у меня нет никаких патронов. Жесть. Побежали. Бежим. Офигеть. У меня после сражения с этим чудищем вообще нет патронов.
Реально придется сражаться ножом. Беги. Беги, Форест, беги. Беги, Форест. Все, привет. Нет патронов. Давай, ты нас только спасешь. Со своей рукой электрической. Да. Если там еще сражение, то это все, это просто фейл. Эпик фейл. Я тебя не брошу. Just go! No. You're gonna be okay. We're almost there. We'll be out of here in no time. Come on. Got it. Here we go, Pierce. We're getting out of here. Вот такой финал у нас. Трагический. Да. А, ну Крис. Выск... Да? Крис вообще молодец. Крис спаса. Молодец. Ну и Пирс его спас. Ну он бы не спасся без Пирса. Я да, конечно. Хочется сказать, что этот сценарий — это постоянная стрельба. Бесконечные противники. Вечная нехватка патронов и аптечек. И компания получилась менее удачной, чем за Леона и Хелену. А
особенно под конец хилок не хватало. Очень сильно не хватало. Очень. И напихали сюда до кучи гонку, вот эта поездка на джипе и симулятор самолета. Ну, ребята, это перебор. Ну, реально. Кроме стрельбы, в этом сценарии нечем себя развлечь. Ну, Пирса жаль мне, конечно, я к нему привязалась. Жаль, да, конечно. Я, кстати, тоже. Причем сильно. Последнее оружие мне больше нравилось, конечно, у него. Да, но они так... Тем более предыдущие. Хорошо сработались, и он, конечно, поступил как герой. Надеюсь, что компания за Джейкой и Шерри будет более увлекательной. К тому же я перестану чувствовать себя небритым шкафом. И буду играть за Шерри. Вот это да. Нет, ну, играть за Криса, это, конечно... Ладно. И да, ждите по традиции чтения файлов после прохождения, как обычно. Ну и, в общем-то, все. Добавишь чего-нибудь? Играйте в классику. И опять играйте в классику, действительно. Ты знаешь, этот сценарий очень много ругали. Я читала столько негативных отзывов, что это самая нудная кампания в игре. Да. Самый, типа, жуткий шутер. Что тут понапихали вообще? Ну... Многим он очень не понравился. Ну, мне я прямо, да, я не скажу, что он прямо вот такой прямо сильно ужасный. Да, много-много в нем недочетов. Он скучноватый такой, какой-то не такой... Пирс как-то не раскрыт, я бы сказала, как персонаж. Характер его, ну, вяленько так. Ну, вообще, откуда он взялся, да? И откуда он взялся, да, как-то это все так недосказано. То есть это все можно узнать, читая какие-то википедии, там, обзоры какие-то. А вот именно в самой игре это все как-то не так раскрыто, как хотелось бы. Вот так. Да. Ну и следующий сценарий, я думаю, нас порадует все-таки больше. Так что я тоже на это надеюсь. Попрощаемся с нашими зрителями и очень скоро с вами увидимся. Да, всем пока. До скорого. Всем пока. О. Это не тот же бар, в котором мы встретили Криса? По-моему, тот же. Стейк, картошечка, овощи. Заметь, он не расплатился. Такой у меня приказ, все, до свидания. Может быть, он вначале расплатился. Ну, не знаю. Ну и опять же нам дают понять, что никуда у него ушел, ни на какую пенсию, и нет у него преемника, так как Пирс погиб. А точности у меня все равно больше. Ну ладно. Зато меньше погибал. И врагов у меня побеждено больше. Всегда больше побеждено врагов. Причем раза в два всегда. На золотишко мы заработали. Это радует. Ну и все. В общем-то. Как дополнительная часть после титров.